Добрый день. Не вы, а кто? Вот сообщница. Она убежала? Со стройками у нас все хорошо. Да? Да. Это хорошо. Тут все хорошо. Я протестую, чтобы вы снимали мою личность. Тогда переезжайте в другую страну. В нашу страну. Вы что, вы какое право имеете? Здесь вот как полное право. Какое право? Полное. Я старший учитель полномочий, но моя полиция будет не продолжать. Нарушение преступления согласно 286 статьи Уголовного кодекса. Вы не тыкайте, пожалуйста. Я вправе это делать. Вы не тыкайте. Я вправе это делать. Видите, коллеги. Только что здесь полковник. Вы начали. С какой стати это общественное место стало частной организацией? Чего у вас нельзя? Чего нельзя у вас? Кто захотел? Можно какой-то? Добрый день. Я представитель Тарюко. Он 7 июля приобретал у вас сэндвич, а на сэндвиче оказалось кресло. Обращался в сторону маски. Он 7 июля. А у вас есть? Да, он оставлял также. Чем-то нужно. Я хочу передать привет всем. Если вам не нужно тратить государственные деньги, вот мне очень жаль. А как же свобода слова? Я не с вами разговариваю, а с теми. В мою камеру с кем-то не могу разговаривать. Подскажите, кто мне может претензию взять? Принять? Не вы, а кто? Вот сообщница. Она убежала? Дальше. Слушайте, а где у вас уголок посвятителя? Книга отзывов, предложений. Вот это, да? Со стройками у нас все хорошо. Да? Да. Это хорошо. Тут все хорошо у вас. Там сотрудников полиции вызывают, что ли? Я не знаю. Не надо, пожалуйста, полицию вызывать. Только не полицию. Я хочу, чтобы они камеры выключили. Я не собираюсь снимать. Выключите, пожалуйста, камеры. Выключите, пожалуйста. Нет. Я не хочу, чтобы вы меня снимали. Хотите, не хотите? Вы в розыске, федеральный? Нет. Ну, тогда я протестую, чтобы вы снимали мою личность. Тогда переезжайте в другую страну, в нашу страну. Вы кто? Вы какое право имеете здесь? Вот вы хотите. Полное право. Какое право? Полное право имею. Еще раз говорю, я вам запрещаю. А я вам запрещаю запрещать. Я сейчас милицию вызову. Давайте, из Беларуси на часов за 9 приедет. Какой Беларусь? У нас нет милиции уже 10 лет, я не Беларусь. Да какая разница, полиция? Что вызывай, давай. Выключи, пожалуйста, камеру. Мы вам отказали в вашей просьбе. Так, администрация. Да. Будьте добры, примите меры. И что они сделают? Накинутся, отберут камеры, что ли? Вызвали, да? А что это за люди вообще? Что это вообще за люди? Обычные такие люди. Такие камки выражения лица. А у вас какое выражение лица? Я подошел, что-то требует, что-то бухтит. Так, и стей, не тыкай, где процент. Спокойно. Абсолютно спокойно, но зря. Думаете, что я возбуждаюсь? Вы не совсем не успеете? Я не воспитываю. Да, вы не воспитываете. Но это не вам судить. Фей, как у меня еще будет. Дяденька, ты почувствовал, что тебя кто-то тыкнул? Вот только что. Хамьё. Что, матом выражаешь? Хамьё. Дядя, сейчас напишу жалобу. А на кого? А там вот книга отзывов сзади вас. На сотрудника. Сэндвичек, где? Да, потому что там напитки, напитки. На тот момент там они были. А где они сейчас? Я уже их не продаю. Почему? У нас сломался холодильник. Вот это поворот! А, то есть при какой температуре должно быть? До 23 минут, да, нормально. Хватит уже тыкать, пацан. Да ладно, не переживай. Ты что полакать здесь? Не переживай, ничего с тобой не будет. Приглашай. Часто ты мужиков туда приглашаешь.
пригласил дважды. Я не даю своего согласия, чтобы вы меня снимали. Я вас не снимаю, да, только фиксирую. Вы можете обратиться в суд к гражданству правую. У нас разрешено всех снимать общественных местах. А кто будет писать заявление? Да мы ждем полицию. Они обещали вызвать полицию, мы ждем полицию. Это не полиция. Это не полиция, это разбор. Какая функция почти. Нам участковый стоит. Они думали, что сейчас приедет крыша, будет нас крутить. Сейчас приедет территориальный менеджер и с вами будет общаться. То есть вы не можете принять? Я нет, я не могу. А можете отказ письменный тогда какой-то сделать? Как мне скажет руководство, так я и сделаю. Да, может, нет. А можете назвать свою фамилию и имя отчество, чтобы я акт представил о том, что вы не можете принять у меня претензии? Это старшие смены, а вы просите регионального менеджера. Мы никого не просим. Просим принять ответ как представителя организации. Старшие смены не представляют организацию. Слушайте, как тогда? Пускай снимают выше покупки. Это работа. Кто именно хочет написать заявление участковому? Фамилию, данные. Меня проектируют. Что здесь много? Давайте это. Сейчас. Нам неизвестна структура вашей организации. И хотелось бы мне все равно, кто примет претензию, взрослые подростки и печать желательно организации. Он приедет в нашу сторону. Мы же общественный порядок не нарушали, правильно? Это когда 02 идет официальная заявка, собственно, через дежурную часть, когда все зафиксировано. И человек осознает то, что он сообщил ложные данные. Это 306-й доносный. Здесь 19.7 вызов специализированного суда. На основании нахуй. Может, там где-то сейчас преступление происходит, а вы здесь? Ну, могли бы маньяков убить, спалить. Административного правонарушения здесь не было никакого. А вы на хотелке? Видеосъемка не запрещена в общественных местах. Как можно снимать? А мы считаем, что нельзя снимать. У них там просто перечеркнуто то, что это фотоаппараты не продаются. Не книга, все будут не обязательно. И восстановление 24-63 правил,
обязательно бывает, что я не бывает. На момент покупки записывались. Сейчас здесь новая книга жалоб 2 августа. Установили полную информацию, они принимают судебные претензии по налогу. Да, блин, это оригинальный. Сертификат на продукцию не предоставляют. Телефон Том Николаевич новая идея у вас приобретал сэндвич и отравитель. Головная боль, тошнота, вынужден был лечиться. Вы можете принять меня посадить? То есть вы отказываетесь претензии? А подскажите, пожалуйста, вот здесь вот вывеска есть еще Роснефти, здесь сотрудники Роснефти. А почему тогда чеки выдаются от РУДК? Сейчас Роснефть? Да, не перешли. От какого? С какого числа перешли? Перешли на РСЗ. 27 июля. То есть и новая книга жалоб у вас. Все новые люди. Да? А можно вообще старую книгу жалоб подумать? Нет, она здесь имеет. Хорошо. Куда вам претензию направлять еще? В Скалёвский 125. Скалёвский 125. По юридическому адресу. Правильно вас понимаю? Скажите, пожалуйста, а вот как можно вашу проблему урегулировать, да? Вот человек отравился. Нет, ну это нужно просто претензию отправить туда и там. Для юридических адрес. Конечно. У нас есть пресс-служба, которая специально работает с тобой. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а вот как это получилось, да, что... Скажите, вот как это, слияние компании получилось, или реорганизация, что это было? Слияние компании. Документы можно посмотреть как-то? Какие? Ну, по слиянию компании как происходит? Там можно запросить, да? Официально находимся, организация работает, есть представители. У них слияние компаний. Подожди, а нас-то каким образом касается? Юридическая организация здесь такая есть? Нет, мы никому ничего не должны. Давайте с этого начнем. Вы нам не должны, мы вам не должны. Как? У нас долгов никто друг друга не брал. Да? А юрлицо здесь это сейчас числится? Вот, которое про налог в этот совет. Нет. Кассир не юрлицо, он физлицо. Юридическое лицо. ООО какое там? ТТК. ТТК. Оно здесь сейчас? Скалёвский 125. То есть здесь сейчас уже не ООО ТТК, а это уже другая организация. Сейчас у нас другие. Слушайте, я запросил сертификат соответствия. Мы вам предоставим. А почему вы не оставили? Это тоже в офисе. Статья 10 закона о защите прав потребителя говорит о том, что я вправе... А я должен полгода ждать, пока вы проведете сертификацию. Нет, просто вот 10-я статья закона о защите прав потребителей. Ну что ж вы меня перебиваете? Корпоративная этика? Мы вообще знаем. Я вот полчаса как попросил. Мне дали вот эту нелепую бумажку, где только КД. УКВД, ДНВД, сертификат соответствия, причем печать, как вы видите, ксерокопированная, которую легко подделать. То есть ничего с оригиналом, даже копия верна,
да, ничего нет. То есть документов на текущий момент не является. Все официальные документы, печатные, должны храниться в главном офисе. Копия верна, поставьте. Хотя бы, что это копия верна. А так вообще непонятно, это документ с возможностью нарисованными печатями. Но нет, дали на текущий момент. А, второй вопрос. Мы можем провести контрольный забор? Замеры. Да, выйдите, лейтенант, сотрудника, может, хотели процедуру провести. Да, посмотрели, что у вас отсутствует медаль в организации. Все еще По какой причине у вас висит фотозапрет на поле и сотрудники запрещают снимать в общественном месте? Можно какой-то документ, который это подтверждает, причем прямо сейчас. Потому что полицейский сейчас подъедет, я буду писать заявление о нарушении моих прав, вот именно поэтому. Мне нужен документ, который подтверждает, что это не просто. Ну давайте с документа, хрен с ним, давайте начнем с документа на фотозапрет. Фотозапрет. Это основное, что меня интересует. Как и заверенная печать. Ну хотя бы какой-то. Пусть сначала хотя бы какой-то. А у вас чисто здесь? Чисто? Конечно. Да? Смотрите. Я бы не сказал, что это чисто. А вы вообще нигде не протираете. Даже холодильники не протираете. А людям продаете. Нет, мы не вызывали. Полковник был, который здесь полицейский, но сам начальник отдела, он сказал, что участковый с проверкой. Да, и у вас есть какое-то задание, или вы сами просто частное лицо? Что-то есть. С Кириллом? Да. Просто Кириллом. Ну, у нас который был. Да. Частное лицо. Частное лицо. Пожалуйста, а документы мне обещали предоставить. Приказ? Ну, какой мне запрещают здесь видеосъемку? Ну, мне сначала надо ваше данные. В смысле, было, чтобы да? Вы мне что-то запретили, я вас попросил на основании чего? И вы мои данные вы просите. Вы не снимаетесь? Конечно. Не снимаем, ведем видеосъемку. Вы ведете все равно. Зачем вам документ, когда наши слова уже ведете? Так вы мне запретили. На основании чего вы мне это сделали? Вы сказали, что есть какой-то документ. Ну, вы зайдете в любое помещение, вы имеете право снимать. Сейчас вы зашли, вы снимаете. Это наш внутренний документ, вот поэтому вы полиция разрешила. А причем, как ваш внутренний документ, вы можете что-то запретить? Это для ваших сотрудников. Вы сейчас снимаете? Причем здесь это? Вы сказали, у вас есть документ. Вы пошли искать мне этот документ. Вы мне принесете его или нет? Нет. Внутренний документ это для ваших сотрудников. То есть они занимались самоуправством, запрещая нам, и вы в том числе, запрещая нам снимать в общественном месте. Я правильно вас понимаю? Вы имеете право снимать? Конечно. Все, кого угодно в общественном месте. То есть вы утверждаете, что... Сошлитесь на норму закона и статью. Снимать документ? Сошлитесь на норму закона и статью. Вы Представитель организации или как частное лицо? Представитель организации. Ага, вот. То есть официальное требование от организации не вести видеосъемку у вас в общественном месте. Не хочу, это требование организации, я так понял. Соответственно, мы пишем на организацию. Вы можете на меня писать. Нет, вы же уже сказали, что вы как представитель организации. И как частное лицо. Вы определите, то или второе. Там ответственность разная просто. За видеосъемку? Нет, за самоуправство. За видеосъемку? За самоуправство, которым вы занимаетесь. Ну, давайте мы не будем. Вот я лично, вот, допустим, хорошо, я частное лицо, я не хочу, чтобы вы меня снимали. А у вас документы есть какие-нибудь? А кроме того, что просто... Можно вам паспорт свой дам? Вы посмотрите на него, хорошо? Частное лицо, не организация. Я вам паспорт могу только дать. Что они хотя бы есть. А сейчас будем делать на видеосъемку, это снимать нельзя, либо это нужно снимать. Вот ДНК. Видеосъемка запрещена пожарной безопасности. Пожарная безопасность камера? Камера типа. Нет, колонки близко камера, не будет подходить. Типа, а какое расстояние допускается? Ну то есть пару метров. Да, не вопрос. Да, тем более не привешь трех. Хорошо, не вопрос. А насчет выписки? А в офис это куда? Дистанции? А вы кто? Вы кто именно? Там или мяч? Вы Роскомнадзор. Костеревский 120. 125. А как они мешают?
никто из них не помнит. На память не помнит. Серьезно? Тогда давайте вы для начала представитесь. А может быть корпус имеется такой? Нет, удостоверение интересно. Вы ко мне обратились согласно указанию номер 3, статье 5, пункта 4, представьте полному. Я старший учитель полномочий на моем позиции будет Дмитрий Николаевич. Дальше. Меня Александр зовут. Зачем? Это просьба или требование? Это просьба. Я отказываю вашей просьбе. Да. Нет. 29 статья Конституции, 152 статья. Хорошо, я вас понял, я направлю хочу. Все, что хочу, снимаю. Все, что хочу, снимаю. Зачем это все? Нет. Проверяем на наличие нарушений закона защиты прав потребителя. Я не осуществляю. У меня заявление на данный момент. Я пришел на представителя. Непонятно, какое юридическое лицо находится там, где я приобрел. Где вы заявили? Ну, мой подрядитель. Вот только что делаю. Вы делаете заявление? Да, я делаю вам заявление. Тогда мне надо установить вашу личность. Все, можно заправлять. Чтобы принять вас заявление. То есть анонимно у нас заявление уже не принимается. Я правильно? Анонимные заявления принимаются, но я вам данные продиктую. Ну, пойдемте, где писать? Да. Здесь посторонние люди. Да. Есть, да. А, зачем нас? А нет, пойдемте там. Удобно будет ставить столик. Там столика нет. А нам разрешение не требуется, это общественное. Там столика нет. Это не общественное, это частная организация. Ответственность. Да. А как мы в частную организацию попали? Свои полномочия, выйдите, пожалуйста. Я подозреваю тебя в совершении преступления согласно 286 статьи Уголовного кодекса. Вы не тыкайте, пожалуйста. Я вправе это делать. Вы не тыкайте меня, пожалуйста. Я вправе это делать. Видите, коллеги. Только что здесь полковник был. Вы начальник. С какой стати это общественное место стало частной организацией? Часы работы на двери есть? Мы в часы работы находимся. Почему мы не вправе? Почему какой-то менеджер нам вправе разрешать или запрещать туда доступ? Вы о чем вообще? Это магазин, обычное торговое предприятие. Я вас услышал. Ну, заявление примите? Пишите заявление. Я вам диктую. Согласно 736-му приказу министра внутренних дел. Я вам диктую заявление, напишите. Вы отказываетесь выполнить приказ. Пожалуйста, я вам даю бланк заявления, присоединяйтесь. Еще раз, я хотите, заявление. Хочу, согласно 736-му приказу, подать устное заявление. Я вправе это сделать? Устное заявление о преступлении. Я оправдываю. Какое? Еще раз я вам говорю, я прошу провести проверку на наличие признаков состава правонарушений данной гражданки, которая занималась самоуправством, запрещая видеосъемку в общественном месте. Ваши данные тогда помните. Я вам же диктую. Вы мое заявление запомнили? Диктуйте. Ваши данные. Пойдемте в кабинет посторонних. Алло.